Нет, навоз. А ты автоматом? А мы в гараж поедем открывать. Автоматом или чем тут, Витя, играем мы сейчас? Если автоматом, ты не Ой, загрузишь его да, потом. точно, блин. Он же не грузится там еще. Картам, а не, играем мы в симуляторе. Не решили еще, как бы, с этим проблему. Так, 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 давай. Че, я не знаю, нужен нам второй гараж. Можно открыть, в принципе. Может кто-то один податься в гаражу, кто-то поедет сразу за бревнами. Давайте я до гаража помешу. Давай. Три пилорамы у нас вроде здесь. Или две. И нам, кстати, горючка нужна будет. А, три пилорамы, ребят, у нас. Горючка, да? Ну, горючка, значит, горючка. Так. Где там мои эти красавцы? Расписные. Так, протектор второй. Так, потом защита кабины, запаска. Паша, я с тобой, по-моему, там прилипся. Ты тоже на Урале? Да. Ага. Так, ну я поехал пока. Давай, открывай гараж, пускай будет там я параллельно точки, старайся цеплять. Ага. Так, будет, и что попадет, сейчас буду открывать. Команда полная, экипа. Так, что-то я не могу вторую запаску найти. А, она может мне и не пригодится. Она мне не пригодится по-любому. Мне и первая не пригодится. Ну, я там настроил, кстати, запаска сейчас не стоит с этим, с ремонтными частями. Они там конфликтовали, там, получается. Ага. Ящичек сверху, вот я подправил. Тебе надо будет отдельно еще кинуть этот файлик машины твоей. Ага. Что-то Паша там уже... У Паши проблемы. Я не туда поехал. Я что-то заблудился. А, прикинь, у меня тут это, от мода, трейлер есть. Офигеть. Я скачивал мод Зилок 130 из мастерской. У меня от него тут аддоны, короче. А, это вчера который? Вчера, да, я выложил. Романенко, да, вот этот синий? Ну, там Романенко, ну, выложил... Блин, кто выложил? Пилорама. Ладно, короче, не суть. Точка погрузки. Так нам вручную придется там, да, наверное, пилить? Да, да, все вручную. Вылазим из машины и фигачим. Заправка, три пилорамы. Обалдеть. А нельзя было точку погрузки так как-то там еще где-нибудь поближе прилепить? Ну, было бы поближе, было бы. Так а нам все равно придется сейчас с Пашей ехать. Че нам тогда смысл? В смысле с Пашей ехать? Куда? Так, Паша, не отъехать, что, или как? На точку, точка. Я вроде говоря развернулся. Там точка погрузки рядом с гаражом, видите. А. То есть там где-то рядом, прям вообще практически, поэтому что-то. Ну да смотри, вот... там река просто, там не факт, что слишком все рядом будет. А, там берег левый, берег правый. Какой Урал? Это какой Урал? Какой Урал? Урал Виторган 177, а драйвер 51 РУС. Ремонтные водители, ремонтные маячками. Так, 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 так. Слушай, я что-то с аддонами заблудился уже. Ой, зашел. Так, ставлю. Так, ну что, я поехал, ребята, точки там где-нибудь попробую открыть. Ну давай, а я, наверное, знаешь, я, наверное, сразу. Вот эту попробую. А я, наверное, сразу эту. Я, наверное, эту. Платформу с краном. И прицеп роспуск сейчас я надену. Я, короче, буду вооружен и очень опасен. Так, прицеп роспуск. Прицеп роспуск. Так, и колесики. Все. Тут все есть, я не понимаю. Я пытаюсь. А я думал, до сих пор Паша уехать не может. Нет, я навигатор настраивал. Так, точка подружки. Так, куда там правее надо находить, по-моему. Да? Или нет? Я даже не могу. Там точка погрузки, она, считай, у гаража. Это надо было тебе с Пашей ехать везде. А Паша куда-то что-то кругаля какие-то дает там, нет? Я даже не знаю, кто куда поехал, тут везде лес. Вот тут какая-то дорога везде есть. Да, тут дороги везде есть. Ну да. Пока-то мы об этом не знаем еще. Где они? Ну, я думаю, наверное, центральную точку открываешь, но там должен открыться большой пятак. Ой, я чуть не это, того и на этого, прикинь вообще, а. Еду как этот, того на этого. Ну, меня все поняли.
как-то... Ой, блин. Что-то я поехал, даже сам не знаю куда. О, на асфальт выехал, прикинь. Тут даже асфальт есть на этой дороге. Налево, А2. Я вообще непонятно, куда я еду. Вы на Белораму поехали? А, я... Паша, ты ехал, там справа нет никаких дорог, вот ты проехал вот так далеко. Направо ничего там нет? Есть, есть. Ну, помимо Паша, того, что... Паша смелый, он один далеко уже может уезжать. Я что-то тут еду, блин. Не заблудиться бы. А ёкар не бабай, слушай, а я вот этого не видел вообще. Кого? Обзор карты делал, короче. А этого я не видел. Точка. Как мне здесь проехать? Мне тут просто валяется, дерево валяется. Это как его? Валяется. Слева. Электрический столб. Господи, какие тут кривые дороги. Да, дороги здесь шикарные. Короче, полез я куда-то, ребята, в лес. В лес. Это прошел в лес. Ух, ну грязюка здесь вообще отменная просто. Слушай, я когда обзор писал, я здесь не был реально. Может, мы вообще другую карту проходим? Не в ту сторону просто поехал там. Не знаю, куда я еду. Туалет нашел. Ну, уже хорошо. Те, кто не успел перед стримом, могут сейчас. Да-да-да. О, я точку нашел. Точку нашел, молодец. Да, вообще. Ладно, искать. Я вот тоже еду туда. Что-то в сторону точки тут как-то тяжело, походу, проезжать. Ну, так, я объехал вроде как. Вроде как объехал. Я как-то к реке тут, парни, приехал. Вижу, точка походу на той. Ой, вон она. А как не попасть-то, мама не горюй. Ой, я УАЗик нашел. Такие. Мне кажется, название это зачем написали? Какое название мы написали? Я не пойму. Что-то мне там в этом пишут, как, типа зачем? Первый после бури. Ну что, нормально все написано? Спинтайрес первый после бури. Опять какашки название не нравится. Постоянно у него одно и то же. Так, ну, в принципе, я здесь тоже могу проехать. Как говорится, у тебя нравится, не нравится, терпимая красавица. Это да. У меня просто там это, обозвана трансляция. А, все, ребята, я вон нашел Урала с погрузчиком. Да. А, да, там в леску стоит перед водичкой. Кстати, можно было тогда на Шаланду. Я забыл совсем про него. Шаланды мы не погрузили, там дровашни определяются. Там... А, точно, да. Вот, ребята, открыл я, смотрите, что. А, о, Витя едет. Вот. Витя кругаля нарезал. А я там по асфальту, в принципе, нормально, можно сказать, что сэкономил. И Паша, а, блин, надо тогда возвращаться в гараж сюда, к тебе. Ага. Все, я нет, такого Урала похожего тоже нету в открытом доступе. Ребят, за приобретением драйвер 51 рус или Паша, обращайтесь. Какого Урала? Ну как у меня, либо похожего. Либо похожего. Ну 375. А, ну 375, да, как бы есть у нас. Так. Так. Все дело стоит. Все дело в моей партнерке. Народ, да. Народ не хочет подписаться на канал. Я не хочу за так. Канал там. Кто-то упал? Почти. Еще бы немножко, еще бы чуть-чуть. Я бы залег бы тут. А ты там уже заряжен, Витя, под погрузку? Какую подгрузку я заряжен? Ну ты с чем поехал? С роспуском? Да. Да, ну, я и говорю, с краном, как положено. Я просто еду к Паше, а я еду с ремонтными частями ехал. Ты там не едешь? Да. Ну, в гараж еду тебе. Ага. Ты там как раз где-то должен подъехать. Я уже подъезжаю. Ну, я гараж тоже. Ну, конечно.
Нет, я буду с удовольствием ехал на автомате. Не люблю он, не включал, не жайки. Ну, конечно, вот этот 375, вот звук мне как у него нравится вообще. Привет, привет. Это Паша, о, убрал я кольцо, это Паша вокруг машины. Сегодня залез буквально опять. А то после обновлений там же этот... Ну, медиа меняется. Папочки, да, меняются, текстуры, медиа. А там в текстуре надо файлы закидывать. Так, точки подгрузки. Так, все, ребята, у нас гараж, еще да. Гараж. Так, а мне в гараж, наверное, надо. Либо Амора. Соляру. Либо соляру, либо гаражу. Слушай, я, наверное, ни до того, ни до другого не дотяну. А заправки-то нет, что ли, да, получается? Есть это, где-то есть. Заправка. А, она на пилораме. О, это Паша мимо нее там проезжал. Она на пилораме. Да, а у тебя вообще с солярой туго, да? Ну, как сказать, у меня 100 литров. Там бензовоз, кстати, рядом стоит, я открыл. Где? Заправка рядом. Так а смысл этого бензовоза, как бы, туда? Единственное, что только там заправиться и тащить его сюда. Перепрыгнуть туда. Я-то его вообще не открывал. А давай, Витя, ты знаешь, надо едь вот через этот островок, как бы в сторону гаража, если до гаража тебе хватит. Гаражи. Ну, хватит, да, будет шикарно. Или как тот раз, помнишь, ты налегет что-то подтаскивал. До гаража приехал, гараж у него 1 литр вообще в гараже. Это из России, конечно, было. Нет, ну сам факт, ты сделал же его, правильно? Ну да, открыл на кразе тогда, блин, вообще пипец, полз как... О, вон еще какая-то точка рядом. А, она на тот берег. Ой, блин. Пока еще. Паша, ты уехал, что ли, с гаража? Я бензовоз гоню. А, так ты его, он заправленный? Да. Ну гони его, да, сюда, в сторону гаража куда-нибудь. В сторону лесоповала, потому что, в принципе, лесоповали так, ребята. За того на этого, то уже больше не пригодится топливо, в принципе. Предупреждаю сразу, возможно, придется устраивать здесь спасательную операцию, наверное. Кто-то не трезвый? Да нет, я пытаюсь просто, наверное, махануть точку открыть. Я думаю, да, нормально пройдет. Наверное, не утонул. Не знаю. Нормально проехал. Поплыл я. А я Никиту предлагал, короче, на это пойти. На стрим? Да, а он на даче, он говорит, у меня интернет никак вообще. Ну, Коляна мы тоже не смогли. Колян, видно, просидел, проделал, опять, машину. Да я с Коляном еще, я не знаю, разговаривал, черт его сколько. Он это, время было, ночь, наверное, 2 часа, я с ним переписывался. Вот. Ну, он, наверное, еще дальше сидел, я тут вышел. Видите, я с ним разговаривал, 10 утра у него было. Я разговаривал, у него было 6.40, что ли, он мне писал тогда. Все, меня понесло. Понесла из душевая, да? Ёлкал, я с вами заболтался, что-то ребёнка не кинул. Чё, чебрахнулся? Да нет, подтонул слегка. Слегка, скажем так. Давай заводить, зараза. Так, лебедку я кинул. Осталось дело за малым. Завестись и подтянуться. Так, хорошо, еще мы пока ремонтных частей. О, так у меня запчастей тут мама не говорит. Слушай, я на этом Урале, по-моему, еще толком бревна-то не возил. Так тупо катаюсь по картам. Что ты будешь делать? Смотри, все пропало. Че, серьезно? Да. Ну пробую эту сейчас как-то его, чтоб он завелся, но зараза. Вроде поворачиваю, а не хватает ему чуть-чуть. Как вот они так сделали, да? Машина заглохла. Лебедка работает не от двигателя. Ну да, кстати. А от электричества. Заглохла машина, лебедку дайте подтянуть, как бы, да и все. Ёлки-палки. Стою тут на шнурке, как дурачок, вешу. Ёлки-палы. Так, ёлы-палы. Слушай, а я вот здесь проеду, вот где, Паш, где ты сейчас это? Я сейчас точку нашел, сейчас открою. Да, посмотри. О, Паша, так ты меня сейчас и вытащишь, я к этой точке и... А, вот она точка. И пробирался. Да, слушай, ладно. Дрожал, да? Нет.
Только не спускайся к воде сюда, не спускайся, пробуй там через лес проехать. Да, вокруг надо ехать. Ох, нифига себе где-то. Ну да. А, вон он, блин, все вижу. Да, впереди там. Да я что-то заболтался и... Паша, а ты на этом, на бензовозе? Да. На бензовозе, да. А, ну отлично. Можно будет тут обратно, кстати, переехать, Паша. Или я оставляю его там, на этом, на том берегу. Нет. А ты на том берегу, а я на этом. Да. Паша просто поехал. Дотянусь я, не дотянусь отсюда. Дотуда. А ты куда поехал-то? А, ты задом хоть? О, он, да, Витя, да, рядом, я смотрю тут. Витя уже с дровами едет. Да, я, у меня тут уже все схвачено. Погружено. А тебя надо же заправить, да? Да, меня надо. Давай я тебе подожду там. Вот у меня уже шкала покраснела. Оба, она нифига себе, прям с лета просто, я не знаю. Сразу чувствую, что профессионалы играют. Да, у нас драйвер водные процедуры устраивает. Вон он плавает. Да, я вот ныряю тут. Я тут, ребята, на стриме хочу показать, как там, как драйвер плавает. А так я тоже пишу, потом, если что, можно у меня видео посмотреть. Вон, Паша, он задом пятится, и Витя с дровами стоит, и я тут ванны принимаю. Чашечку кофе. Ну, это хорошо. Принять ванну. Так, я, наверное, на дальнюю поеду, что-то я хочу расслабляться. А вообще надо было сразу на двух машинах ехать. Ну, вообще надо было вместе, да, как бы, делить. На двух машинах, я, короче. Я, как всегда, решил скощунить. Ну, надо было, Паша, тебе дальше еще заезжать. Ты зря сюда, наверное. Сейчас, Диман. Ой, урончик. Ой, на дороге такие, знаешь, они ушатанные отчасти. Урончик прилипает. Там, кстати, дорога вот где-то, Паша, вот рядом прям справа была. Да, вон она просто есть. Потому что я тут Витю видел. Там, видишь, там лес плотный, я там не смогу пролезть. Так, какая у нас дальняя пилорама? Ладно, я проеду эту мимо, потом закину туда бревна. Ну, вообще надо было мне в другую сторону ехать, что-то я тупану. Не, не достает. А за елку вот эту, которую ты уперся задом, объедь ее попробуй объехать, чтобы она у тебя слева была. Потому что я тут за дальнюю елку зацеплен на трассу, но машину не могу завести. Ай, у меня шлифует тут. Во-во-во, Паша, все, наверное, достанешь. Пробуй. Да, все вижу. Давай, цепляй тогда. Блин. Во, все, мне главное подвылезти слегка еще. Подвылезти, подвыпить. Да. Подсогреться. Во-во-во, да мне завестись надо, давай еще разик. Все, есть контакт, отлично. Слава богу. Все, вытащили Димана. Сенькио, Зергут, Данкешот. Вот она где пропадает-то. На языках заговорил. Да не говори. Спинтайрес играет, а мог бы переводчиком работать. Так, теперь надо, Паша, нам как-то в гараж туда залезть. Давай, наверное, тут же разворачивайся сюда вот. А я вот здесь вылезу, Дима. Куда? А ну вот сюда, вот тут вот за мной как бы пытайся пробраться. Сейчас до гаража доберемся. Потому что я там переехал нормально, в принципе. Да вот тут добраться до гаража. А зачем ты там-то лезешь? Полезешь сейчас? Вот тут потому что есть брод. Мне-то на пилораму надо. Ой, на этом колесовал. Ох, пошел я опять. Это машину сейчас поставлю. Карта супер, да, ребят. Нам бы еще пройти. В принципе, да. Все, я переехал. Взять тебя на хвоста, Паш. Не, да ко мне не надо, гаражи нам. Так, я, наверное, вот эту пилораму сейчас открою. Да, что-то. На другие надо по другой дороге. Да, все. Я в гараже. На ту поеду. На эту. Да, я на эту разгружу, наверное. Это я сам с собой разговариваю, если что. Понял. Ой. Так, а там же надо чем-то, да, цеплять, грузить. В смысле? Надо ж
этот манипулятор. А у тебя нет, что ли? Так нет, я же с гаражными еще частями. Я вот и думаю, что тут взять такое, чтобы... Ой, Витя, а ты меня откуда починил? Автономку. Нет, где-то я не то. Ты разгрузился. Я разгрузился. Я думаю, что не, а максимум на что мы способен, только подумать там. Нашел еще косячок отремонтировать. Еще косячок нашел на Урале, надо будет переправить. На 375-м с автономкой короткий рост появляется. Да? Прикольно. Универсально. Надо функционально. Надо будет это. Под шамарить немножко. Ой, опять как всегда. Только вот задорован соберешься, все. Дело к ночи. Эх! Так, я еду, короче, еще плюс ко всему за 375-м и подаюсь опять на погрузку. Так а ты на него пересядь просто. Не, а мне надо все равно через него ехать. Мне-то куда ехать сейчас? Так, сюда, через воду и налево. Налево. И направо. Так что тут разницы нет, расстояние одинаковое. О, кто-то сзади. Паша, о, привет. Какой пышанец у нас тут. А, на это зашел к нам. Привет, Виталик. Успехи нормально, драйвер утонул, Пашу вытянул. Ты налево поехал? Да, а там, Паш, нету разницы, как бы, что налево, что направо. Я посмотрел, что вроде с виду, походу, по расстоянию одинаково. Да, расстояние то же самое. Поэтому, что тут? Мы налево. Я с тобой тогда. Мы пойдем налево. Давайте, далеко не заходите. Да, вот это... темнотень сейчас начнется, блин. Да, сейчас ночи сделали вообще жестко. А я, кстати, не был еще на обнове ночи. Ну, а сейчас туман такой, блин, гадостно сделали. Так вообще неприятно. Да? Мы вчера катались на паке гонка с Коляном и с Ваней. Ага. Вообще повеселились от души. Не поверишь, что мы наржались, но я видео снял, надо будет на канал кинуть. Давай, вот. Смотрю. Ну вот именно вот. Вот оно, все вот это вот, размытость такая, мутность такая вот идет, вдалеке аж глаза неприятные, как блядь. Ну да. Рябь какая-то. Да, аж. Да, вот это вот, подчечек, смотри, это не туман как-то. Он и вроде как и не туман, а глаза вот. Хрень знает что. Это сделали, разбудили. Ой, сегодня, слава богу, с этой игрой я не знаю прям. И не говори. Когда она человеческой станет, я прям... Да уже хотя бы в покое бы ее оставили, да и все, чтобы она работала. Ну да. И то хоть, знаешь, то, блин, что не это, так то. Ой, господи. Так, ладно. Так, опора крана, с краном, прицеп-распуск. Так, Паша, одно хорошо, мы на островок-то вылезли, а как нам с островка-то? А, направо. Все, понял. Ты стоим? Да я карту смотрю. Помню, что на островок залазили. Что-то как это, знаешь, место одно знаю. В Негры оно еще бывает. Ага. Блин, ну... всегда темно. Да, я всегда темно. Ух ты, господи! Это что такое? Я думал, ты не прав, кривой мозг валяется сломанный. Не, к нему не ехать, там рядом, вот. Либо слева, либо справа. А вот, да, вот на объезде, тут нормально. А, колеса менять? Да ладно. Хотя да, надо колеса менять. Мне тут уже подсказывают. Слушай, в натуре надо было колеса одеть нормально, что-то я вообще это перестал мышей ловить. На дефолте что поехал? Да, вот как есть, так и есть, поперся. Пипец вообще. Не, я одел вот эти, которые последние, там вот эти с цепями. Но он нормально грязь месит на них. Ну как и на тех. Ну я вот эти эндап беру. Низкого давления, которые. Ну да. Обожаю эти колеса.
А я что-то и на цепях как-то подморобился. Нормально так они копают. Они я на крайне, лучше идут. Ну, на какой-то карте на крайне на них ездил, так мне что-то аж понравилось. Так, здесь мостик. Ой-ой-ой-ой. Ой, какая тут грязь. Ё, Паша, ты нормально да, там все? Да меня что-то налево кренит. Да я тоже тут грязь как-то у меня аж поднимает. В левую сторону. Ой-ой-ой. Что-то я тут зашел куда-то. Паша. Вот. Я где-то тут непонятно еду прям. В колею какую-то попал, вылезти не могу из него. О, вроде вылез. Так, дальше нам что, куда? Направо здесь, по-моему. Налево. Нет, прям. Налево. Налево, прям. Балет. Забыл с повышенной сняться. Я все на понижайке тут все соляру жгу. Ну, все на повышайке точно. Попробуем сейчас как оно. Паша, сзади. Ну и да. Вообще Пашу даже не вижу вообще. Да вообще же скачет тут полный. Сделали ночью вообще. То есть ночь наоборот есть слишком крутая. Да. Блин, опять меня это. Что-то я разучился ездить, походу. О, свет выключил, тут Пашу видно стало. Ну тут и каша вообще. Жесть. Да сделали бы хотя бы просто, чтобы вот у фары светились, то есть у другого игрока. Ну да, как видно было, определить да, можно было. Где габариты он? Бы хотя бы какое-нибудь освещение. Да, где он есть? А то смотришь туда в темень в эту и непонятно. Есть там человек, нету его. Ну да. Благо пешеходы не бегают и не штрафуют, да. Если задавишь. Скоро рыбки будут еще плавать. А, да, рыбы. Осторожно, рыбку не задави. Да, пипец вообще. Осторожно рыбку задавишь. А вот он. А нет, там КамАЗ не там. Так, мне опять не снимать. Тут есть автоматический? Ой! А, нет. Ой, у меня Урал 375 перевернулся. Ёкарный бабай. Далеко от нас. Блин. Да я-то тоже с ним рядом, но. Сам попробуй сам себя поднять, ты там поднимешь, нет? Попробую, постараюсь. Потому что мы тут все далеко вроде. О, печаль-то. Не, ну вроде так аккуратно упал, но все равно неприятно. В принципе, достать не должно трудности составить. Так, что у меня есть слева-то? Так я давно что-то не гонял. Блин. Уронили Урал на пол. Оторвали Уралу. Не знаю, что оторвали. Лапы. Эх, ёкарный бабай. Роспуск, прям хоть роспуск отцепляя, потом это подкатывается. А не, нормально пошел. Пошел, поехал я, то есть. Так, ну что, буду пробовать дергать. О, поднять-то поднял. А если я сейчас его отпущу, я боюсь, что он опять шмыдыхнется. Ай, опять падает, засранец. Вот он, Паша пропал. Ну, я жду, пока там погрузишься. Да, у меня тут полным ходом загрузка идет. Так, один я сделал. Так. Как-то с прицепом побороться. Второй прицеп. Я тут от души-то тут набрал. Можно
всю ночь тут грузить. Всю ночь просто грузить, короче. Че, видите, тебе помощь нужна? Не, нормально, выговорился. Почти. О, нормально. Нормально, все нормально пока что. Ну, ты знаешь, пятая точка в тонусе. В тонусе, да? Да. Да елки-палки, ну. Ёкарный бабай, меня тоже куда-то тянет, не туда вечно. Ой, меня 375-й опять чебурахнулся. Пипец, он какой-то сегодня прям... Шальной. Шальной, да? Так и норовит куда-нибудь шмякнуться. Так, надо выезжать отсюда было вообще по одной машине. А потом уже все остальное. О, на асфальт выехал. Че, Дима, ты загрузился, нет? Да, у меня тут все кипит, работа. Осталось два бревна, сейчас загружу в этот бортовой. И это быстро. Парю, меня в очереди тут стою, жду тоже. Сейчас я скоро подъеду на двух машинах. Сразу так. На двух? Так. Я на этом еду, 43-20, 10 и 375. А мы с тобой куда поедем, Диман? Поедем, знаешь, куда надо. Хотите дальнюю запихайте? Вдвоем. А я сейчас... понять, где там здороватый, где куда ехать. О, ну-ка. А, прицеп криво стоит. Понял. Блин, березки какие-то. Мало это. Вернул. Что же нужно вернуть? Ах ты, ё-моё. Не сложил этот самый. А вот, да. Нормально. Так, как мне теперь? А я правильно еду вообще, да? Ну да. Налево. Всё, я загрузился, парни. Отъезжай. Отъезжаю. Так, мне налево. Вообще как в попе, а? Ну что ж это такое? А я даже не что-то эти костымахи не выставлял. Да так без них загрузился нормально. Без опор. Не, я хочу выбрать. Правильно. А, тебе ты же с этим, с роскошком, ты быстрее загрузишься. Я просто видишь, мне пришлось прицеп грузить, считай, бревна и в этот, в автономку. Тебе надо, наверное, сейчас будет первым уехать, потому что я с прицепом, мне кажется, тяжелее будет, чем с... Привет, Кант 59. Привет. Паша там спички складывает. Спички? Да. А вы сколько очей-то везете? 8? Ну, я с автономкой, да. С автономкой прицеп по 2, да, 4 у меня, и у тебя, Паша, 4, да? Ну да, у нас получается прям целый. То есть вы одну запихаете? Одну запихаем. Давайте дальнюю, может быть, попробуем. Давай возьмите дальнюю, а я тогда эту возьму. Какую-нибудь, не знаю. Ну, одна у меня уже в одной 4 очка спихнута. Ох, она дальнюю. Мы без соляры тут не этот. Ты заправлен. А? Ты заправлен. Ты? Ты. Я тебя заправил. А, блин, да, у меня точно есть. Я думал, что-то побеспокоился, но вот все, нет, направо упало. У меня же этот здесь бензовоз стоит. А, ну у нас мой бензовоз тоже там на заправке есть, если что. Могу навстречу, если что, выехать. Ну, пока я поглядел, полный бак, нормально. Опять я перевернул, по-моему. Ну, мы долго будем ехать, может не хватить. Давай я, может, пока... Не, я сам я его... Положил ведь, а нет? Положил. Ну я его поставлю сейчас. О. Второй раз подряд уже Урал на 375 кладу. Поехал. Офигеть. Нормально. А ты, наверное, в этот, в колею там завалил, да? Ну, по бокам дороги тут овраги да, такие. Да. Вот я тоже там где-то ехал и кое-как прошел. Вот и я тут валяюсь. А я еще с прицепом.
Так нет, вроде ты там двигаешься куда-то туда-сюда. Ну вот я пытаюсь подкатиться к 375. А у тебя. А, у тебя там две машины просто. Да. Я думаю, что ты там маневрируешь? Как ты валяешься, если ты там едешь? Что там, Паша? О, он у меня еще и заводится. Вот, вообще шикарно. И готово. Все, ты там загрузился? А, у тебя еще одно бревно. Одно осталось. Блин. Давай я пока тут буду разворачиваться тогда, что. Нам все равно давай. На разворот я пошел. Потихонечку. Помаленечку, потихонечку. Блин, одно неровно легло. Пошевели его там. Да, понижаечку придется тут похоже. О, все, влезло. Как ой-ой-ой. Я не знаю, как тут крутиться так, блин, прицел. Я вот не люблю с ними ворочаться. Второй раз уже на колеса поставил. У тебя сегодня день не валяшки? Да, день не валяшки. Так, сейчас я ребёнка ему подправлю. Давай. Давай. Так, как там развернуться по теперь тут? Да тебе-то, да, бери там поширше так немножечко, так. Тут очень сложно. Я кое-как тут прицепом раскорячился. Что-то где? Да, 375-й, конечно, рычит такой сзади. Ну да, у него рев-то вообще жесткий такой. Звук у него вообще мне нравится. У меня еще есть один файлик, короче, аудио, да? На холостых, как он работает, когда заводится. Но я не могу никак это его под именно этот формат сделать. Так вообще он зверюгой там был. Надо попробовать. Что-то я пробовал, пытался включить. Кто здесь моргает, моргалками ездит? Я? А, вон уже и Витя приехал. А тебе же все равно с нами по пути получается. Витя, где-то не подпирай меня, я. Подожди, там Паша. Как Паша корячит там задом. А зачем он задом? А там не вывернуть, там плохо выворачиваться. Вот он и решил, наверное. Да, грязи на карте хватает. Как краб задом крадется. Да. Слушай, может я просочусь туда? Да, может ты, Паш, пусть Витя проедет, загрузит. Не знаю, давай пробуй. Нам все равно. А тут место, самолет с крыльями сейчас пройдет. Сейчас, подожди, у меня только там на хвосте еще одна машина. Так, а там 4 и КамАЗ, да? Блин, у нас еще получается одна пилорама остается там. 4 очка. 4 очка, да. Ну запихаем, в крайнем случае, порожничком прокатимся там с этими, с бортовыми платформами. Да, двое возьмут бортовые, да, ремонтные кто-нибудь можно. Я возьму, например, ремонтный с этой, с бочкой там, с этой. Ну да, чуть, я не знаю, придумаем, короче. О, парни, уже утро, наконец-то. Я не говорю, надо быры все делать, чтобы Паша... для этого. Паша все там кряхтит. Эх. Че, да, никак? Ну, уже почти. А что ты вокруг не поехал? А там я так с прицепом еще сложно было развернуться. Я Паша сказал, не едь сюда. А. О, Паша уже выехал. Нормально, Паша. Паша профессионал. Профессионал сразу видно. Ну что, ждем Витю? Мы все равно по одной дороге. Давай. Покатим. Или Витя, ты две там грузить будешь? Я две грузить буду. Ну давай, может, подождем, что? Ну ладно, езжайте, ребят. Лучше в крайнем случае это возьмете вон по 2 очка, в крайнем случае возьмете еще потом. Кучкой веселее вроде. Ну давай, да. Тогда поползли мы.
Давай, ползите помаленьку. Не, как карта, да, Виталик, карта офигенная. Я сам, честно говоря, рад был в этой карте, когда обзор на нее записывал. Диман, только не через город. Не через что? Через город. Ну, где дом стоит, где там УАЗик. Ну, я там еще и не был. А, я там был. Мы там фиг проедем, блин. Ты там не спеши, а то я сзади тут потихоньку. Я на пониженную иду. А, не, я на автомате без блокировки пока ковыряю. Не, ну 375 меня вообще радует такой. Не, 375 хороший, да. Без вариантов. Хотя меня радует, в принципе, все, и крас меня радует тоже. Да меня, в принципе, все твои машины радуют. Вот. Блин, да нас всех не радует, как бы нормальные вообще, все клевые. Как, в принципе, ну есть тут вот, потихонечку, видишь, подсобирается, то там что-то найдешь, то тут что-то найдешь. Так-то, в принципе, они играют все по музыке. Ну да, да. Так, что-то я как-то, наверное, тоже понижай, вот я на автомате у меня пробуксовывают колеса. Когда я тише Паша едет. Доедете до дальней, кстати, если что. Да, да. Это, а дальняя это которая? А там, которая ну, посередине, по-моему, да? А я не знаю, она дальняя или какая-то. За воротами получится. Там посередине, я не знаю, там посередине, там она на горе, там по-хорошему машину техподдержка. Ну поехали туда, вот на эту посередине, которая она пустая. Ну давайте на посередине, а я возьму тогда вот эту левую. Левую. А потом да. Уже будем добивать эту. Добивать правую, там где 65-22 стоит. Да, тут осторожнее надо с обочиной-то. Обочина тут. Обочина гиблое место. Виталик на вооружении дороги. Попадешь и все, и труба. Не, Урал вообще молодца, смотри, он прям с прицепом. Вообще с прицепом тяжко ехать. А это, по-моему, по барабану. Мурчит такой, как, я не знаю, как зверюга такой. Ползет и ползет. Ну да. А че он потом тпхаться можно смело вот на лесоповал. Тут этот стоит КАМАЗ. Прав какой? Какой тут КАМАЗ? Надеюсь, не 65-20. Блин, 65-20 стоит. Да. Да нет, я так если не поеду, на ура, я даже эти дефолты и брать не хочу. Вообще мне не нравится. Ты где? А, вот я потихонечку сзади за тобой. На понижайке ты. Жгу соляру. Потихоньку. Ой, какой мост тут. Опасный. Хуенький совсем, да? Совсем, в серединке вообще. Хуенький такой. Еще и кто-то доски, походу, на шашлыки забрал там, да? Ну, середины, середины кто-то вырвал. Разобрали середину. Ух ты, блин, натуре, да? Вообще прикольно тогда сделали. Ну так-то да. Даже как-то немного боязно. Вдруг сломается. Да, карта, в принципе, да, прикольная такая. Карта прикольная, хорошо. Молодец, кто сделал. Молодец. Да по-любому. Плохого на стрим не берем. Ну надо и на стриму плохое. И плохое надо брать, чтобы видели люди, что да что-то есть. Тоже что что-то есть хорошее, а что-то есть плохое. И на чем лучше ездить. Вот и все. Что моды, что карты, по-моему. Я думаю, что стоит все показывать народу, чтобы народ знал. Лишний раз потом не возмущался. Да. Не, ну ура, вообще сумасшедший. Ты глянь, он на этих цепях как таракан прет вообще и не жужжит. Ух. Не, вообще отлично. У меня тут есть мыслишка, как бы. У него ж вида салона нету, как бы посмотреть даже машинешку попробовать, может, переделать.
видом было, там с приборчиками все расположено. А то вообще тут страшно в салоне, кто будет смотреть. Хотя, ну, да. Я думаю, те машины, которые вот в советское время там ездили на этих лесоповалах, так у них, наверное, там все попереломано в салоне было. В принципе, ну, да, ушатано. Как бы, поэтому что-то похожее. Блин, так, тут надо карту посмотреть, да. А, все, да налево. Да едет, тут все как бы едем и едем. Или нам налево, налево. Перекреток там, да? Да-да-да. Тут опасный момент такой. Надо поворот где-то. Нормально там лес? Да, все вообще хорошо. Так, слушай, знаете, что я думаю? Отлучиться на минутку. Хорошо, мы пока ползем. Я оба автомобиля загрузил, сейчас подойду. Вообще отлично. Вот уже какая-то деревня. И это лесничий. Сейчас пойдем, сейчас там чайку с блинами попьем. Хотя тут гаишников нету, самогоночки кряпнет, да? Самогоночки можно. И поедем. Синий на синем Урале. Наверное, пора дарить. 200 литров осталось. Знаете, я как так? У тебя почему-то меньше, чем у меня. У меня меньше? Но у меня 240. Так я с прицепом, может, влияет как-то на понижайки там сильно. Ну да, наверное. Я тебя уж догоняю на автомате, Паша. Да я, Дима, даже разгоняться боюсь. Да, да вроде нормально. Ну как бы да, у меня пол. Опа! Догнал? Ну так, почти. Чё ты там? Да карту посмотрел. Налево, направо. Чё-то мы поехали не там. Да там, всё правильно. Я хотел туда, налево, где УАЗик, там через угол поехать, через левый. Да там фиг проедешь, ты чё? А тут-то мы сейчас едем, там дороги там и не вижу, где там конец-то. Есть, есть. Ну, смотри. А там вообще вот где УАЗик, там дорога, как будто там бомба взорвалась. Ага, там просто кратер. Блин, Урал, зверь вообще. Да? Ах, красава. Ты отстаешь, походу. Так, а я пока там смотрел на всякие всячины. Все, я на повышенную врубил сейчас. Жди меня, я сейчас догоню тебя. Ух, погреб, ух. Ты глянь, он вообще шальной. Копает, мама. Легко горит. Вообще идет, но не говорю. Я на повышайке чешу. Ты на повышайке, да? Да, я тоже повышайке. Пилот, ох, как он. И подвеска у него вся вообще красиво складывает. Вот. Нормально. Алло? У нас мужу ралли устроили. Так, тут это спрашивают, драйвер, ты на каком Урале едешь? На 375-м. Вот такой вот, ребята, то, что сзади меня едет, вот это вот 375-й, сейчас даже пересяду, покажу. А что такое? Ну, не знаю, спрашиваю, 375-й Урал. Ну, такой 375-й. Диман, тут камень такой будет нехороший. Чё? Ты вот аккуратнее, то есть. Да, ничего страшного. Ух ты, да, тут. Ой-ой-ой. Да, действительно, тут проблемка. Парам-пам-пам. Сейчас я его как-нибудь. Еще яма эта вот нехорошая тут. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Паша, ты там далеко-то не угоняй, что-то тут как-то я в ямочку попал слегка, по-моему. А, вижу. Ой. Вылезет. Я боюсь, главное, чтобы его не уронить, а вот так вот, наверное. О, вылез, все нормально. Все, проскочил. Отлично. Отлично, Константин. Прекрасно, Григорий. Да. Все. Паша, убегай, я разогнался.
Могу убежать. Я на повышайке пилю. Я тебя справа там обгоню, нет? Слева давай. Слева, наверное. Слева, пошел, пошел прижу. Слева. Ух, ух, елки-палки. Ты глянь, что творю. Обалдеть. Вообще зверь. По асфальту прошел. Карты качаем, ребят. В группе Виторган 177 Спинтайрес. Опа. А Паша что-то там где? Ух, я пошел. Тут. Я в горку, видишь, не могу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Паша. Эх. Я весь бог полностью с прицепом вверх вывесил. Начиная с переднего на машине, кончая последним на этом на прицепе. Ах, какая коварная карта. Так, наверное, цепляй меня за прицеп за правую сторону. Взял, да? Да. Только смотри, я сейчас могу упасть. Опа, вот. Тихо, надо. Сейчас мне надо как-то... Ты держи меня на трассу. Держу. У вас там весело, да, наверное? Да вообще тут у нас экстрим. Экстрим. Ой-ой-ой. Я не знаю, блин, куда... Блин, давай. Чё эти камни? Попробуй морды правым клыком вот за дерево справа достанет, нет? Так, а прицеп у меня не положит. Я просто боюсь. Ты лучше держи меня за прицеп, а я сейчас попробую его сюда, во враг вообще опустить. Чтоб не... Так, у меня что-то с солярой напряженка пошла. Не положите его тут. Подожди, сейчас, Паша. Подержи, держи меня там веревкой. Ты слишком близко держишь. Нет, вроде трос не затянулся. Я тут еще подзастрял с этими камнями. Вот елки-палки. Давай, родной. Камень мешает, зараза. А ты на лесоповале, ведь? Я нет, я к заправке подъезжаю, но боюсь, не успею. Там рядом-то нету нигде этого. Так, ну ладно, Паша, что я пробую? Я объехать здесь себя не смогу. Ой-ой-ой-ой-ой. Во место, место нашел. Здесь можно будет объехать себя. Не знаю, объеду я здесь. Все, Паша, нормально. Вроде, пока вроде нормально. Как-то я себя тут подвытащил слегка вроде. Все нормально. Нормуль. В камнях, правда, я сел. Ну, вроде стабилизировало. О, где я поехал? Да, легких путей-то не ищем. Да вообще, за то, как я тебя обгонял. Давай ты, наверное, знаешь, что пробуй вот тут. Если что, упадешь на меня, по крайней мере, на этом, на склоне. Проезжай. Я даже боюсь представить, что у вас там происходит. Да кино и не вжиду. Ну, потом у меня... Ой-ой-ой-ой-ой, Паша, ты тоже что-то там как-то... У тебя слева ни за что не зацепиться. Давай, тут главное доберись до меня. Если что, я тебя уже удержу тут, если упадешь на меня. Тут это... На стриме пишут, что-то у драйвера вечно какие-то косяки. То водные процедуры, то еще что-то. Я не ищу легких проблем. Блин, как я без. Давайте я зацеплю, может. Давай. У меня соляра в одном. Цепляйся сам, Виктор. Давай. Все, у меня в одном Урале. Один Урал у меня обсох, короче. Сухой. Я тащу его. 375-м тащу. Я 375-й зверюга тоже хорош, блин. Прет вообще, как этот, он в грязи тащит. Ох, сухой Урал с бревнами. Монстр. Что-то там опять. Давай, родной. Подпихнуть тебя сзади. Не, все нормально. Тут опасно, вообще опасно. Да я вижу, да, опять тут это. Куры, косогуры какие-то. Ой-ой-ой-ой. Еще и камни где-то сверху валятся, елки-палки. Что за. Давай, дружок. Олег застрял. Не могу съехать. Ой-ой-ой, у меня прицеп съехал. Давай ходу, чтоб пока он не лег там. Все, Паша, я пролез вроде. Вроде кажется пролез. А, так у нас уже тут скоро, наверное, этот самый, да? Да. Пилорама. Чуть-чуть осталось. Вот, кажется, да, я ее вижу. Даже так? Да. Ну все, чудесно. Мы уже подъезжаем. Так, у меня что-то тоже покраснело в шкалах топлива. Что там подпихнуть?
Не-не-не, нормально. Давай, это что, я сейчас тебе сзади. Да тут не надо, лучше ты нафиг улетит куда-нибудь. Ага. Я тут тебе еще не летаю. Бабам. Блин, ну у меня вон цистерна. Че я здесь заморачиваюсь? У меня же здесь КамАЗ стоит, господи. Я топлю как этот. С топливом? Да, у меня перед носом КамАЗ стоит, а я тут возвращаюсь. Там таскает. Блин, сейчас я одним Уралом доеду, а этим я КамАЗ заправлю. Я сокращаю. Ох, давай сюда, вперед. Газу. До отказу. Просто надо? Да нет, я сейчас воспользуюсь этим самым, как он, зрительным поддержкой зрительного зала. Оп-оп-оп, все, на пульт, я забрался. Все, Витя, мы ее разгружаем уже. Давайте, нормально. Отлично. О, вижу. Сейчас я тут залезу. Ух, не, Урал вообще зверь. Молодчага, отдать. Ой. Все нормально, без ДТП. Ну, парам-пам-пам. Все, да, запхали одну. Да, запхали. Я даже прицел. Дай сейчас, назад, наверное, маленько. А я, блин, подожди, на это надо сейчас переключить на автомат. А че я отцепляю его, да и все, но он мне не нужен. Ну да. Как бы, да и ты можешь отцепляться. Блин, у меня КамАЗ тут забуксовал. А, не, поехал. Что я так, могу сказать? Так, ты че, мы куда сейчас едем с тобой? Я думаю, короче, что мы вам далеко... надо 4 очка вам надо. У меня скоро будет пипец. Соляры-то, ёк. У вас собой? Сейчас... Нет, у меня еще 120 литров. У меня почему-то 37. Куда-то все ушло. Кто-то там на повышенной, наверное, часто катался. А, кстати, да, я ж как раз... Пашу-то когда обгонял, я же на поушек написал. О, наверное, 100 литров потратил за раз там. Ну да, я там поджег-то хорошо, да еще считай, с прицепом там все, а, полон, но в этих сандалях железных здоровущих. Там расход, наверное, мать честная. А я что-то даже не обращал внимания, что там чахнет. Сейчас ты поедешь обратно, нет дела? В смысле, так я еду. А, ты едешь? Да. Гоню, у меня паки 23. Сейчас потащишь меня, Паша, на веревке, наверное. Давай догоняй меня так. Хочешь на веревке покататься? Да, хочешь на веревке догоняй, да? Да ты отцепил просто, нафиг он тебе нужен, кинь его где-нибудь в стороне. Нет, я его довезу. Своих не бросаю. Да, я тогда хоть вперед проскочу куда-нибудь туда. Давай. Залез вот опять в камни. Что ты будешь делать? Ох. Так, куда нам ехать-то? Да все, у меня уже 9 литров как бы. У меня уже без вариантов, походу. У меня уже даже отключил полный привод. Местами туда трубаю его. Ты если глохнуть соберешься, прижмись куда-нибудь. Да, ну да, как бы в сторону я контролирую. Четыре, три, два. Короче, все, сейчас я уже в сторону ухожу, потому что, блядь. Успел Паше дорогу уступить. Ну, слава богу. Ну, все, бери меня на хвоста. Помчались. Сейчас мы помчимся. Сейчас у второго бензин, соляра кончится, да? У меня 80 литров. Ну, сейчас мы их быстро сожгем. Я тебе помогу. Если мы доедем. Так, походу, мне придется, наверное, вас это, да? Подзаправлять. Оказать я так думаю. Помощь. Да, скорее всего, видите, так, да.
Так, а мне еще далеко. Мать. Ой, подожди, а может вы остановитесь на перекрестке? Я на КамАЗе подлечу до вас. Давай. Нет, ехать, в принципе, не так долго здесь получается. Урал, КамАЗ, ну да, в принципе, да. Да даже можно, в принципе, пусть навстречу-то едет, как бы. Навстречу не получится, вам же свернуть надо будет. Почему? Так нам туда и надо. Мы так и ехали. Ты едь по дороге, Витя, а мы едем навстречу тебе. А, ну да, вы же на лесоповал едете. Да, да, нам туда. Как раз там. Да уж. Прокатились. С ветерком. Ну не тащит, его... нормально тащит. Не говори. Я тут еду, курю бам. Курю к бамбу. Хотел бамбу курю сказать. Да, нормально он катит его, смотри. Ты на пониженный идешь. Да. Ну тоже у тебя там, я смотрю, ни шкала не покраснела еще, да? Покраснел. 54 литра. Вот, у меня расход 24. Видишь, сколько мы много кушаем. Да, любите покушать-то. За двоих. Да, вот единственное, бак тут маловат. Бак бы побольше тут и все, и никаких проблем. О, Витя, ты куда? Че? Я тебя видел. Пришел тебе к КамАЗу. Витя подразнился, развернулся и стал делать. Я так подумал, может, успею проскочить. Запалили меня. Успел заметить. Ползут. Нормально, да. Всё, Витя примчался. Отличненько. О, спасибо, Витя. Ох, пора заводиться. Спасибо, Витя. Здоровья. О, полетели. А вон и Витя уже стоит. Да, а ты два везде. Там тащишь, да? Два, да. Так, нам-то куда? Нам, наверное... Вам надо направо. На эту, ну, возле которой нам ближе направо. Сейчас к нам. Направо, Паша. Направо, да. Направо. У тебя, Паша, полный бак? Да, полный. Сань, не едет на автомате. Правильно, дифференциал там прокручивается. Хотя я ползу потихонечку, нормально. Витя тут тоже пилит, ну как, Витю поснимать хоть немножко. Как он там пилит. Ух. Тоже вот, да, вторую машину тянет. Вот этот день могли бы уж машину понарисовать. Ну да, чтобы все видели ну, машину. А то едет, что-то тянет призрака какого-то там, знаешь. Ну да. По-моему, я не думаю, что это вот большая проблема. Что играть с этими небесами? Они красят небо. Да, да, да. Когда будут такие недоработки в системе. Рыбок сейчас запустят к водоему. Если есть, то ну, элементарно. Свет хотя бы сделайте, чтобы да, от ребят было видно, играешь по мультику там ночью. Машинки, чтобы прорисовывались. Ну, водилу того же самого. Да и по мелочевке там подправили. Вот что-что, вот водила мне не столь принципиален, честно говоря. Вот водила этот. Вот есть над чем работать, они водил сажают. Ну, все как-то не туда. Не, ну водила ладно, как бы я допускаю, что водила прикольно. Да. Когда он там сидит, копошится. Ну да, ручками шевелит. Слушай, по-моему, опять темнее. Паша, налево тут, да. Направо? Направо. Направо, да. А налево гараж, что ли, да? А налево, да, гараж. Я 375 чуть не перевернул, сзади подлетел, а? Прям в роспус как дал мне. А, вот ты же нет, на газу там идешь, да, тоже? Ну да, я его подтравливаю газком. А, ну вот, смотри там. А, кстати, что-то они сделали, как-то они быстрее едут в машине. Да, машина те, что сзади. На буксире, они топят, как не знаю. Только чуть-чуть поддашь вот на F, как бы, оно аж прям летит. Да, да. Так, я на полушайку пошел против парня, все. Пашу у меня роспуск оторвался. Так.
сейчас скриншот сделаю, видишь как. Роспуск оторвался? Да, роспуск оторвался, 375 остался. Бревна висят у меня. А, писец. Такое бывает, что ли? Такое бывает, да. D1304 было. Но здесь это... я вижу первый раз. Это опять баги такой. Не, не, бывает такое. Роспуск оторвал, ну вообще пипец просто. Я, честно говоря, даже не ожидал такого здесь. Все самое интересное, то что эти бревна все-таки можно довести, то есть и разгрузиться. Ну да, они дотащить их. Ага. Волоком получается, да? Ой. Так, ну придется теперь, наверное, мне наоборот. Мне 375 придется тащить. 43-20-10. Ух ты, я закопал 375-й, парни, после моста здесь, после переправы, после брода. Вылезешь? Да, да. Я на повышайке просто шел. Я уже все. Да, ну я тоже там встал. Так. Вправо в канал взял сюда как-то вот грязищу. Пила-пила-пиларам. Все, дальше нормально, почитал сейчас повышайку. Так, главное, чтобы вдруг второй роспуск не отвалился. Не, ну, в принципе, там, наверное, точка зацепа тогда на грузовике будет, ну, если да, роспуск отвалится. Он будет так, вот, ну да, за грузовик, как там, ой, вот это я тут парю. Да, вот эти канавы и обочины клёво сделаны, когда заваливается вот так, вот тут грязь. Паша, я тебя вижу. Я уже даже видел. Я на повышайке опять чешу. Сейчас опять я буду гонять. Не, не получится, тут грязище большая. Да он не всегда на уме, нет. На автомате вообще не хочет ехать. Смотри, как. О, пошел. Сейчас Диман, ты опять всю горючку сожжешь на повышайке. Да я на повышайке, у тебя опять, да, всю соляну сожгу тут. Так у меня расход тут по 30-ку бывает, зашкаливает, 30 с лишним. Что-то Витя там что-то творит, вот поглядеть бы там одним глазом. Что-то там творит. Ну тут мостики узенькие. Ой, у меня колеса же на это выгнуты. О, все, поехал. Тут-то нету никого с солярки с какой-нибудь. Мякома стоит. Тут? Да. На всякий случай потом подзаправиться. Так. И что, мне типа здесь направо, что ли? Ага. Ну, вроде как. Да. Так, ну я под погрузку встал. Посигналил, у меня все упало. ИЗИЛ, короче, упал. Этот, и КАМАЗ упал, им грязь сосала его. Вороны опрокинули. Да не говори. Скоро сделают, что вороны гадить будут. Машины ехать не будут. Будут вороны или ехать срать тебе на кабину. Да-да. Не, ну у меня волоком бревна тащится. Это вообще, конечно, из ряда всего. Так, посмотреть на карте, где-то Витя. О, Витя уже практически скоро доедет. Да, ты что, там, по-моему, зигзаги такие, что мне, да, кажется, нет, так уж и скоро. У тебя вроде тут, по принципе, по прямой, тут направо поворот, потом прямо да налево пилорама вроде. Это вот в ту было тяжело ехать, вот по центру, которая там каменистая, это вот это, да, там так немножко как-то очковато слегонца. Потому что там несколько ситуаций было таких. Как это, понимаю, здесь направо, что ли? Направо, направо, да, Витя. Ну, по крайней мере, я кусок вот вижу, как бы, карты. Я вижу, что направо там дорога есть. Предположительно, да. Направо, да, как бы. Потому что там крайняя точка не открыта, и поэтому, в принципе, все точки почти открыли даже. Ну, да. А ты, в принципе, можешь, если что, разгрузиться, потом дотащишь до туда. Ну, точку открыть можно, да. Ну. А что-то ты не промахнулся, что-то направо ты не поехал? Или она, там дальше направо? У тебя не было направо поворота? А вот, это и был поворот направо. То, что дальше дорога уходит, она утыкается в стену. А ну тут еще, направо. Тут, да, еще где-то надо будет направо уходить. Потому что я вижу... Ну, дорога, она одна, скорее всего, по-любому здесь.
Хотя она может идет у тебя прям к точке туда и где-то тут выкручивается как-то так. Может быть. Хитро так. Ну да, ты идешь прям на точку. Ты, наверное, сейчас ее там и откроешь. Наверное, да. Ну да, прям ты прям на нее прешь. Где-то там должна быть у тебя. Даже невозможно, что на дороге, наверное, где-то. Вполне возможно. Они вроде все точки такие здесь легко доступные. Ну вот где-то вот сейчас ты прям на точке где-то справа она у тебя должна быть. А, вот она. Сейчас я ее возьму только другой машины. Тут я вон этот крас открыл с краном. Uh-huh. Кстати. С автономной платформой. С автономкой стоит. Да. Ладно, какие-то по лужам, что ли, там лужи какие-то у тебя вроде. Ну да. Ну у меня тут всего хватает. Ну все, вот у тебя ты где-то тут уже как-то. Во. А ну вот, вот, я говорю, тут просто видишь, как дорога сделана. А ну я да. И гляжу, думаю, блин, она же где-то рядом. А оно просто видишь. Слушай, а что-то украза у моего звук какой-то. Странный. Украза или у Урала? Украза. Вот этот 255-й, который? Да, дефолтный. Может, поменяли что-то? А, слушай, по-моему, у него звук от этого. От пака. От какой там, 260-й? Ну. Вот, по-моему, от него звук на дефолтном. Да не может быть. По идее. Реально. Дима, я загрузился. А, подожди, сейчас я просто карту смотрю, все, сейчас проезжаю. У меня почему-то так. Но не дефолтный звук, это однозначно. Но потом на видео посмотришь. Они, может, поменяли, может, что-то там слегонца. Может, свистульку поставили, вот как на этом, на КамАЗе-то. Не знаю, что там они поставили. Какой они там свистульку и куда поставили. Ну, они как турбин припендюрили вот этому 65 какие-то там 20 или 22. Это же есть там где-то такое. Что он там подсвистывает едет. Как-то чересчур уж. Ну, потом на видосе глянем. Что да, тут такое. Реально звук как будто вот от этого, от 260-го. Может, что-то накрутили, я не знаю. Ну, по идее, не должно быть, там по прописке вот никак не пойдет. Там при любом раскладе звук другой, по-моему. Так, потемки, как всегда, потемки. Надо посмотреть. Надо посмотреть. Так. Да, 375-й вообще зверь. Забавный такой. О, ё-моё, зря я притормозил. А четвертого нет, Данил. Четвертый спит, наверное. А, Колян сегодня проспал весь стрим. Колян все пропустил. Все так ждал его, знаешь, и все, и силы кончились. Да. Ну ладно, что-то другой раз. Правда, другой раз, когда будет, не знаю. Дай бог на выходных только у меня, вот если получается, стримы писать. Все, Паша, я готов. Ну я пошел. Давай. Так, а нам куда тут сейчас? А, так ну, мы можем прямо, давай. Да, мы же направо поедем. Да, проспал. У нас время 6 часов разницы. Ну, да. И человек сейчас там мод делает, поэтому. Сутками не спит, бедняга. Да. Так. Нет, с нами нельзя. Тут вот там видите? Еще ой, один. Один человек еще пишет. В этом в стиме можно с вами? Можно, только осторожно. Так. О, еще Витя еще разгрузился. А да, Витя, что, едь, наверное, туда к нам.
на пилораму на эту, на которую мы пили. Давай. Там мы скрин заделаем. Надеюсь, хоть немножко расцветет. Ну да, час, я думаю, должно. А сколько расцветать, что я не обратил внимания. Фиг его узнает. 5, наверное. 5, да. 5-6. Порожничковым, хорошо. Да, а ведь это ты без рук, когда тащил бревна. Да. Волоком. Волоком. Да. Не мытьем, закатанием, да. Докатил, короче. С двумя грузовиками ехал, ну вообще, короче. И оба оторванные у тебя были. А? Оба оторванные ростки. Не-не-не, не оба, а на одно. Да. Не, нормально допер. На автомат перехожу. Наверное, зря. Сейчас ты меня догонишь. Нет, не догнал. Сейчас ты догонишь. Так, я что-то не понял прикола. Я разве выезжал? Что за глупости? Что у нас? Я разве выезжал? А, да, я выезжал. Блин, мне уже, я думал, глюки. Я вроде бы, думал, 255-й в канаве оставил. Прям подъезжаю, он опять стоит на том же месте. Потом вспомнил, что я его вытащил оттуда. Повышенный, что ли, пилишь? Да, конечно. Я думаю, что ты так бодро едешь? Да, кстати, вот не могу. Сейчас так горючку все уже экономим. Сейчас надо сжечь. Да он так резво идет на повышенный вообще. Ты, главное, дрова не потеряй на повышенный. Резво. Дрова, да, главное, не потерять. Вот ты сейчас увлечешься, как я вот там с прицепом чуть не потерял вообще все. Кошмар просто. Еще и с фарами, а тут да, какой грохот в машине стоит. Ого-го. Ты что, тут встал, что ли? Я тебе... Ну, он на паузе поднялся. Что там, помогло тебе чуть-чуть, нет? Совсем чуть-чуть. Я тебя пихаю, просто трава. Бегит от салона. Водила тут на дерево забивает баранку. Вот так, может, куда-то приехать, да? Да, на правку сейчас. Вот, роспуск кто-то здесь потерял. Знаете кто? Ты, наверное, свой нашел. Наверное, свой нашел. Да, да. О, заправка. А, это мы, получается, сейчас верхний правый угол где-то тут. Ползет, да? Да. Да-да-да. Ну мы уже подъезжаем. Я тоже уже, можно сказать. Да, и куда вот оно, пилораму? Жесткий диск, ребят, у меня 2 терабайта, пишу я не на Фрапс, а на BDKM. Я пишу экшеном. Вот, да, кто экшеном пишет? Кстати, у меня нормально. Вот я посмотрел. То, что закидывал в YouTube, у меня все HD-шка идеальная вообще. Ну, конечно, времени убивается куча просто на конверт видоса. Не, у меня все быстро происходит. Ну, у меня в среднем. Ну, качество тоже похуже, конечно. Но... Качество, да, как бы чувствуется разница. Как бы я вот заметил, что где-то часа два вот я пишу, потом часов 5 у меня почти конверты там. Офигеть. Да, да, да. Это очень много. У меня конвертится буквально 10 минут. Вот. Видео там. Ну, допустим, вот обзор я записываю, да, на мод или на карту там. Ну, полчаса. Конверт уходит, ну, не знаю, 7 минут где-то в среднем.
Ну, у меня, вот я говорю, в среднем где-то 2 часа примерно. Это в районе 5 часов у меня потом конвертится видео. А потом еще в YouTube его закидываешь, это же видео. Еще час, наверное, точно. То есть, считай, часов 6, наверное, у меня улетает на это все. Причем, когда конверт идет, вообще можно сказать, что пользоваться компом невозможно, потому что все глючит. Он, видно, забирает. А что это вы тут делаете? А мы тебя ждем. Ты же приехал. Мы тут уже позируем, стоим. В режиме ожидания еще с дровами, даже с березой. Мы привезли березу. Обалдеть. Ну да, у тебя же там березовые брунки. Да, у меня так положено. Так, мне надо как-то вывернуться. А ты, наверное, вот от меня вставай туда, да, вот как раз. Ну да, да. Ты у нас там посередке будешь. Так, что, пока не будем раздужаться, чтобы эта синяя штучка не висела, да? Да. Какая? Да, пройдена-то, которая. А, да, давайте скрин сделаем сначала. Я тоже думаю, что сначала надо скрина залепить, а потом. По-любому. Сейчас я еще нет. Сейчас я тут пристроюсь. Я тоже сейчас пытаюсь подналадить тут. Блин, ну как не финиш, так вечно темень какая-то. Что ж такое? Да не говори, вот да, это. Ночью постоянно что-то получается. Как самые дела, так в темноте такой, да? Угу. Вообще обидно, досадно. Ну ладно. Ну ладно, да. Ну ладно. Так, ну все, я готов к разгрузке. Все, давайте, парни, да. Классим. Классите. Оба-на! Вот время. Джекпот. Да. Сейчас 24. Нормально вообще, офигенно, мне кажется. Ну да, как бы не слишком, как бы. Четвером побыстрее было бы. Ну, четвером, да. Ну, побыстрее было бы. Маленькая, вот как раз, наверное, до затемно, может, и отделались бы. Ну, бывает. О, время 5:20, расцветать начинает. Да, надо было подождать. Сходить покурить, наверное. Может, давай, правда, покурим, да скрин нормальный замутим. А уже сейчас синяя будет, она все равно при любом раскладе на этой на аватарке, на скрине. А пускай будет, зато при свете. Вот у меня вот, кстати, ракурс неплохой. Все стоят, эта хрень справа, пускай все смотрят, какие мы хреновые водилы за полтора часа 16 на 16 карту проходим. Ну, давайте тогда. Тройка нормально вообще подкатили, черт. Я думаю, что вообще отлично. Ну давай, на самом деле можно сходить, отойти и сделать нормальный скриншот. Ну я буду туда, я видос остановлю, скрина сделаю отдельно. Ну давай, я тоже запись останавливаю. Да, всем спасибо, ребята, кто смотрел. Да не, я уже это все остановил, запись. А, ну да. Витя, еще раз днем рождения. Спасибо. Здоровья, счастья, удачи во всем. Да, еще раз старею. Да, сейчас уже не сильно так радует день рождения. Да не говори. В этой жизни. Он, жена заболела, мол, ты, у тебя же день рождения. Я говорю, да блин, мне это день рождения вообще как-то. Что он есть, что его нет, блин, как-то вообще. Грустный праздник, да? А, да, с каждым годом он все грустнее и грустнее становится. Это точно. Ну что, давай покурим, придем и сделаем нормальный скриншот. Если что-то это... Да не за что, ребят. Если что это... Пока я это не выключаю стрим. Ну я, ребята, я запись останавливаю. Всем спасибо. Подписывайтесь на каналчики, группы. Всем удачи, всем спасибо.